відкритий майданчик універмагу «Київ» зазвичай людяне місце влітку. Проте, запевняють адміністратори, не пустуватиме і в холодну пору року. Тут розташувалися новорічна ялинка та ковзанка. С тех пор, как мы построили здесь эту площадку, каждый год она у меня в голове витала, но каждый раз погодные условия как-то сдерживали. В этом году мы решили рискнуть и залили каток. Я так думаю, что начало, несмотря на то, что погода плюсовая, каток все-таки удался, коньки мы закупили, обогрев, раздевалка есть, пункт выдачи коньков, все у нас здесь организовано. Відкрили комплекс зимових розваг в День Святого Миколая. Показові виступи фігуристів спортшколи «Чемпіон», конкурси, розваги і подарунки в цей день для дітей з багатодітних родин. Я считаю, что это очень замечательно, и побольше нужно для деток создавать разных праздников. А если это благотворительное, очень большое спасибо тем людям, которые этим занимаются. Очень приятно, и мы довольны, что не забывают о детях, тем более в такой праздник, когда дети ждут этого праздника. И посмотрели, как детки катаются и как радуются, Дед Мороз пригласил. Будем приходить в универмаг «Київ», здесь такая площадка чудесная, елка красивая. Найбільше задоволені юні сумчани. На канікулах сумувати не доведеться. Я очень люблю кататься на коньках, особенно зимой. Класно, что открыли этот каток в центре города. Впродовж зимових канікул на майданчику торгівельного центру «Київ» проходитимуть і святкові ранки. Щоденно чергуватиме Дід Мороз. Тож за подарунками та здійсненням бажань саме сюди. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.